Христос воскресе, братья и сестры! Это Great Review, это великий, великий обзор и чудо, чудо рождения Господа, нашего Небесного Отца и Покровителя. И мы, его дети, просто счастливы и славим рождение Мессии в эти тяжелые времена. И чтобы посмотреть... А я вам скажу, у меня есть что посмотреть. Это прекрасный, тяжелый мини-сериал «Библия». Да, это Библия. Это 2013 год, взгляд в прошлое и первый сезон. Ну, собственно говоря, там несколько. Он всего лишь один был и там всего лишь 10 серий. 10 ключевых повествований. Все фильмы об отце нашем, они очень тяжелые. Это очень... Они не для всех, и... Это очень чувственные и пронзительные фильмы, друзья. Тяжело смотреть, когда... Мессия... погибает. Но с огромной радостью ты понимаешь, что рождение и рассвет, он близок. Близок перерождение и воскрешение Иисуса Христа. Режиссер Крис Панрис, Тони Мэтчелл, Кристофер Спенсер. Великолепные актеры Кит Дэвид, Роберт Пауэлл, Джейк Кануса, Тиаго Моргадо, Дарвин Шоу и другие. Великобритания, США. 2013 год. Премьера в России состоялась 30 ноября 2014 года. Ну а премьера в мире 3 марта 2013. Время серии идет 41 минута. Это мини-сериал смотрится просто на одном дыхании. И ничего не скажешь. Оценка моя 9 баллов. История о Ноевом ковчеге, исходе из Египта под предводительством Моисея, рождение смерти и воскресение Иисуса. Сериал состоит из 10 ключевых повествований, начиная от книги Бытия и заканчивая книгой Откровения. Самые ключевые моменты из книги Библии, конечно же, повествует этот сериал. Но нужно уметь читать. Не просто читать Библию, а понимать это мировое издание. С праздником, друзья, вас! Аллилуйя! Ставьте лайки или дизлайки, друзья, подписывайтесь на канал, помогайте любой монеткой на развитие канала и славьте нашего Господа. Ведь Он пришел на этот грешный мир. Adios.